Ну что, дорогие друзья, вот и пришло время нашей самой непостоянной из регулярных рубрик «Мимоходом». Я вышел на улицы города, чтобы задавать каверзные вопросы жителям нашего города. Я надеюсь, у них все получится, и они ответят правильно на все мои вопросы. А вопросы сегодня очень интересные. Меня Зураб зовут. Мы тут ходим и задаем школьные вопросы тем, кого встречаем. В основном это красивые девушки, но не всегда. И, собственно, вопросы очень простые, их всего 4 из разных сфер. Это история, это литература, география и массовая культура. Итак, первый вопрос. Кто такой Никита Хрущев? Не знаю. Слышала фамилию вообще? Ну, знакомая фамилия, но не знаю. Нет. Это. Ну, он не очень видный деятель, я так понимаю, скорее всего, раз вы не слышали. Актер, наверное. Актер. Окей, отлично. А фильмы вспомните хоть один? Нет. Хорошо. Мимо. Ну, предположи, ты наверняка слышала это. Не слышала. А ты? Нет. Не, ну ты знаешь, ты просто стесняешься. Нет. Окей, не знаешь. Слышала фамилию такую? Да. А ты? Нет. Не слышала даже. Угу. Он не самый видный деятель, откровенно говоря. Сейчас, первый секретарь. Ну да, генсекретарь. Президент. Президент. Да, не России, Советского Союза. Который Союза. Сначала туфлёй вот так вот поставил. Да-да-да, и что он говорил в этот момент? Я не помню, честно. Не знаю. Он говорил, я вам покажу Кузькину мать. Это бывший глава государства СССР, первый секретарь ЦК КПСС. Совершенно верно. Какой знаменитый роман написали братья Карамазовы? Я на домашнем обучении уйти. Я не помню. Угу. Например, ну хоть что-то. В стиле в каком? Я больше зарубежной увлекаюсь. Больше зарубежной. Увлекаешься литературой. Хорошо. А кого читаешь больше всего? Я не читаю книги. Ага, все. Забыла. Угу. Забыла. Ну, примерно как? Там на дне? Нет. Что делать? Вот, что делать? Что делать, да. Литературу в школе учили? Не читали, но... Не знаю. Не знаю. Братья Карамазовы — это и есть роман, по-моему. Точно! Неужели хоть кто-то ответил на этот вопрос? Они это... Братья Карамазовы про них писали, а не это самое. Они писали. Совершенно верно. Ватикан знаешь такую страну? Ватикан? Ну, что, слышала, да. А ты знаешь такую страну Ватикан? Слышала. А чем известна страна Ватикан? Чем она известна? Не знаю. Да. Ватикан. Это к ней вопрос. Государство Ватикан в каком городе находится? Это прям очень жирная подсказка. В Ватикане? На земле. В каком городе находится Ватикан? Ватикан это город, по-моему, город, да? Ага. Окей. Хорошо, ладно, город. А в какой стране? В Италии. Хорошо. Может быть, не правы, конечно. Вы наверняка не правы. В Риме. В Риме? Молодец, видишь? Умница. Ты географию просто хорошо знаешь. Ну, было дело. Было дело. Окей, а где находится Ватикан? Ватикан находится в Риме. Это самое маленькое государство, которое... находится в центре города. Совершенно верно. В Риме. Это точно. Как отдельное государство, маленькое. Назовите 3 песни Ольги Бузовой. «Мало половины», «Танцуй под Бузову». Очень хорошо. «Мало половины». «Мало половины», да. Ну и все, дальше я не знаю. Wi-Fi. Угу. Wi-Fi, под звуки поцелуй и «Танцуй под Бузову». «Принимай меня», под звуки поцелуев, и что там у нее было? Атом. «Танцуй под Бузову». Вот. Ой, «Мало половин», «Я открываю мир других мужчин». Это одна и та же песня. Ой, Ольги Бузовой не знаю, но в последнее время она все время по телевидению говорит, это я, Ольга Бузова, почему мне как всем, ведущий говорит, почему так? Пусть всем будет как вам. И она соглашается. Ой, да? Это хорошо. Так что... Ну, хорошо, хоть соглашается. Вот эту рекламу я запомнил, а ее песни нет. Ой, да ни одну не знаю и не хочу знать. Не, в принципе, результат нормальный.
хотя бы на один вопрос каждый из наших участников ответил. Но, конечно, история, литература и география немножечко хромают. Но не у всех. Я все-таки склонен считать, что люди, которых мы опрашивали, переволновались. Ну а вы как считаете, дорогие телезрители?